Сегодня мы проводим очередной мастер-класс. И я предлагаю сегодня вам сделать вот такие вот интересные поделки. Назвала я их пупышечки такие, видите? Делаются они очень просто, несложно, из ячейки, из-под яиц. Для этого берем, разрезаем ячейку. У нас заготовочка на один уже цветочек такой назовем. Готово. Аккуратненько все это обрезаем, чтобы они были красивенькие, ровные. Итак, вот я заготовила три таких заготовочки. После этого мы должны их покрасить в коричневый цвет. Вот, я докрашиваю наши заготовочки. Получились они вот такого коричневого цвета. И дальше несложно. Берем мы кусочек ваты, его немножко распушили, и вставляем в наши бутончики. Видите, какой получился бутончик такой, я называю пупышечки их. Вот в один, второй, и вот третий у нас, который уже готовый. Для композиции их делать можно. Берем вот такие вот у нас деревянные шампурики, называется. Вот, и протыкаем аккуратненько и вставляем. Вот один, второй, и очень-то... И получились, видите, какие интересные. Я их еще, эти пупышечки, надеваю на веточки. И очень красиво смотрится, когда распустится. Поэтому творите, дерзайте, и у вас все получится.